Всем привет! Вы на канале «Будни автолыжкаря». Погнали! А у нас переезд, господа. Покидаем мы это место. Покидаем. Настя стесняется, ее никто ни разу не видел. Значит, что мы собираем наши вещички и освобождаем помещение. Вы, наверное, думаете, как так? Что же стряслось? Никто меня отсюда не выгоняет. Я отсюда себя выгоняю сам. Вот. А почему так? Потому что подвернулся вариант. Благо, переезд недалеко. Переезд буквально вот сюда. Уже совсем другой бокс, другой размер, другой объем. Два въезда. Сейчас потихонечку тут надо повыталкивать машины старых хозяев. Сейчас мы с этим приберемся, мусор выкинем. И все подробнее расскажу, как, чего и почему. Итак, значит, куда мы заехали, что на что мы меняем. Сейчас я вам, ребята, все покажу. Пойдемте со мной. Значит, мы ждем самосвал. Он скоро приедет, вот это все заберет. А пока что мы здесь имеем? Мы имеем подъемник, освещение, высокие огромные потолки. Это и плюс, и минус. Какие-то остатки от отопления. Кондеечка. Здесь вообще раньше техосмотр был когда-то. То есть там вход есть отдельный, он зашит. Здесь сидели ребята-гаишники. И вот это все происходило. Значит, машины скоро уедут в течение 2 дней. И, собственно говоря, как-то так. Поэтому все, как обычно при переездах, все выгребается, вычищается, потом на чистовую, потом вымывается. И как-то так. Ну вот, конечно, согласитесь, по сравнению с тем боксом, этот он просто огромный. Там он кондеечка. Тоже можно всякие вещи полезные сложить. Смотровая яма раз. Где у нас Настя там сидит внизу. Еще одна смотровая яма есть, она просто засыпана. Вот такие вот дела. Вот такие пироги. Вот кто это? Киборг, помноженный на вечность. Какой-то терминатор, выбежавший из джунглей. Новый день, всем привет! У нас переезд в самом разгаре. Значит, что у нас
было вчера. Вчера вы увидели, возили мусор, а сегодня уже у нас получается вот такая картина вырисовывается. То есть понятно, где-то еще местами перетусуется, это уедет. И вот потихонечку расставляемся. Конечно, прицеп много места занимает. Но уж очень не хочется его тащить домой к себе на участок, чтобы он стоял под дождем. Но если вариантов не будет, то утащу. Вот, а так получается, это все прицеп здесь. Для маленького тракторочка у нас все. Уголочек, закуточек здесь. Вот такой. А здесь как раз уголочек, закуточек для большого трактора. Сейчас мы сюда перевезем стрелу нашу, снятая которая, и ковши. Вот, в принципе, останется по мелочам. Вот как-то так. Слушайте, ну хочу сказать, что снятие, установка стрелы действительно оказалось процессом не особо и сложным. Да, мы сейчас ее воткнули на ломы. Там пальцы другие, но все равно. Так что где-то Юрий Александрович был прав, проще ее снять на зиму, если она там в морозу нафиг не нужна, чем таскать с собой, ну там практически тонну лишнюю. Ладно, продолжаем наш движ. Движ. А ты подпишись и поставь лайк, если ты уважаешь труд простых работяг. Очень тяжело совмещать одновременно обязанности руководителя, еще и отца. Это тот самый день, когда у нас сейчас переезд в самом разгаре, где мы чурки таскали. И ровно через полчаса мы уже в поликлинике. Да, доча? Да. Кто-то ж к зубному должен водить ребенка. Так что вот так. Человек, оркестр. Все приходится делать, все приходится успевать. Ну, а то он папа и папа. Да, голубец? Да. Да? Да. Парни, всем привет! Суббота! Надо утро, надо отдыхать, а мы мчим работать. Ну как работать? Сейчас я камеру переверну, так удобнее. Не совсем работа, но за деньги. Все равно надо было уехать, съездить в город, там продуктов купить. И позвонил человеку, у него захлопнулась машина. Причем здесь я? Ну, у меня есть минимальный опыт в таких делах, скажем так. Как у меня у родственников бывает, машины захлопываются туда-сюда. И есть небольшой набор юного натуралиста, так сказать. Лежал он без дела уже много лет. А тут человек позвонил, думаю, ну а почему нет? Попытка не пытка.
Peugeot 308, значит, ключ у него остался внутри, брелок как-то снаружи, ребята приезжие, надо помогать. Ну, надо помогать, значит, поможем, все, едем. Там в середине только что ли я открыть на месте, а я не знаю, если еще не буду туда добраться, или ручку открыть. Ну, нет, сейчас решу. Давайте начнем с простого. Батарейку меняю. Она не становится. Короче, не грузит, сразу не грузит. Странно, почему она не моргает. Она то горит, то гаснет, и опять загорается. Вот она погасла, моргнула, и дальше. Да, это ладно. Ну, значит, на графон, короче, высыпать. Ну а сигналка, определяйтесь. Вот и все дела. Привет! Помимо буднего автовышкаря есть еще и выходные. Вот. И сейчас покажу, что, как у меня выходные проходят. Значит, что мы делаем сейчас? Наша облегченная версия трактора сейчас сделает нам горку. Кто со мной на канале давно, тот помнит, что каждый год я делаю детям горку. Вот. До этого 2 года я делал сам, а сейчас уже вот могу попросить Юрия Александровича, он мне с этим помогает. Вот, как-то так. И причем хочу сказать, сняли с заднюю стриву. Ну, конечно, да. Земля и небо вообще другое дело. Идет легко, хорошо, бежит. Так что, не знаю, назвать это лайфхаком или давно всем известно, многие так делают. Я лично бы не видел экскаваторов и задних стрелы. Но как-то так, так и работает. Вот когда вот так проводишь время, понимаешь, за что ты поплатил, когда переехал из города. Такая красотища, да, доча? Красиво? Вот, проводим выходные, катаемся на собаке по ближайшему лесу. Ну и наша собака настоящая, тоже с нами бегает. Вот такая вот суббота, такие вот планы. А какие планы у вас на субботу? Как проходят ваши выходные? В общем, друзья, хочу пожелать всем, работа работает, не забывайте отдыхать. Это тоже очень важно. Всем хороших выходных, всем добра. Решили сменить локацию. Едем по замерзшему руслу реки. Река называется Полисть. Такая маленькая река, когда-то она там свободная была. Морозы прошли, лед промерз, еще на тех выходных катали. Так что едем, кайфуем. Да, доча? Режим автопилота. Опачки. Как-то так. Ну что, вот мой день отдыха и подошел к концу. Ну как к концу, сейчас еще в баню соберемся, съездим. Вот только вернулся с своего похода в город, ездил по реке на мотособаке, но не доехал. Вот, смотрю, тележка примерзла, где катки вон оторвались в небо. И начал обмерзать двигатель. Пришлось возвращаться, резко температура падает. Ну и такая вот горочка у нас получилась. Завтра дети ее срежут вот так вот вершочек, и он пусть катается, заливает, кайфует. Такие вот у нас дни, обычные крестьянские дни.
в деревне. Вот как-то так. Так, ну что, вот у нас черновой вариант нашего переезда. Значит, это у нас комната отдыха, так сказать. Привез печечку, микроволновочку, чайничек. Настя как могла оттерла. Ну, какую-то мелочевку, понятно, дособираем. Здесь у нас предбанник будет. Опять же, для грязной одежды, для чистой одежды. Здесь какой-то стеллаж с мелочевкой. Это все от микроавтобуса, это мы поставим назад. Дальше, значит, что у нас получается? Вот так у нас живет автобус. Вот так у нас живет тракторок со всеми своими делами. Экскаватор, стрела снятая, дробилочка, прицепчик. Здесь кондейка со стеллажами. Ну, знаете, там все инструменты, все то, что там. Предметы не первой необходимости. Так, ну это мы немножко денег заработаем. Машину завтра заберут. В нашем распоряжении будет подъемник. В нашем распоряжении яма. Вот. Соответственно, сейчас заезжает сюда вышка. И все, и вот так мы и уместились. Так что как-то так, ребята. Такой вот переезд. А вот наш старый ангарчик. Поэтому, благо, переезд был не сильно тяжелый. Вот. Ну, отпишитесь в комментариях, кто что думает, стоило ли все эти движения, или можно было сидеть спокойно с маленьким ангарчиком, или все-таки уже заезжать серьезно. Ну, здесь, соответственно, наш баннер будет. Вот, как-то так. Такой вот у нас получился переезд. Детали уже снимать мелочевку не буду, поэтому кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все происходит на ваших глазах. Если вы отлистаете там на пару лет назад, вы увидите, как я с этой автовышкой приехал сюда, в Старую Руссу. Один уденешенек. И вот я ее поставился по классике и искал себе работу. Где искал, как искал, то есть, да, ничего не было. И ребята, и склад, и все, что вы сейчас внутри видели, это уже как я на это все заработал. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!